Мы на Новый год вот эти бутылочки пили. Покупали мы за 1200-1300, да? Что-то такое было. Да, особенно вот это офигенно, вот с медом Джим Бим. Стоит 1739. Но вот эта бутылка за 1200 была на Новый год. Вот это прям советую вам, если кто-то хочет вискаря. Именно вот со вкусом меда. Подорожало, короче. А? Это какой-то кока-кольный бум. Кока-кола. Я не знаю. Короче, а вон еще. Кока-кола. Вон. На складах кока-кола. С ума сошли, короче. Что-то кока-кольное сумасшедшее. Вот. Старейшина бутылочка коньяк. Вот ты есть от маленького 500 рублей. 1000. 1700. Огромная бутылка прям. Сейчас, Оль. Арарат трехзвездочный 1300 стоит. Пятизвездочный 1500 рублей. Десятилетний 3500. Сейчас. Вот Мартель ВС 4500. Сейчас. Реми Мартин ВСОП 5000. Хеннесси. Хеннесси 0,7 литров. Стоит 5600 ВСОП. Иксо стоит 16 тысяч, здесь 0,7 литров. Чё ты там, Оль, нашла? Зачем сделали так далеко для девочек? Вот мы вот это всегда проходим мимо. Да. Так нечестно. А вот Малибу. Я вот что искала. Я а, вот год, это? Наверное, искала, да. А вот, короче, да, Шеридианс. Вот это прикольно, молоко и кофе. 0,5 литров 1800 рублей стоит. А Бейлис 1600 рублей. Мы за 1000 также и покупали. Нет, дороже было, Оль. За 2 мы взяли вроде. Вот, подороже даже, за 2 с чем-то. Бейлис, смотри, какое. С какой нас клубничный. 2300. Большая бутылка Бейлис. Литровая 2600. Вот столько стоила та бутылка. Или я перепутал, или может. Перепутал. Так, вот это у нас тоже Куантро ликер 1400 рублей. Мартини пол-литровая 729 рублей. Литровый мартини 1300, короче, 1400. Мартини тоже. Да, это какой-то мартини рис 2800. Вот какая-то еще, что-то я такую не видел. Прикольно выглядит, смотри, тоже крем как. Какой-то ликер, крем. Ну, а марулла, крем марулла фрут. Может возьмем какой-нибудь? 0,7 литров 1400. Ты такую хотела? Два месяца простоит, ничего не будет. Нет, а посмотри, срок годности, наверное, какой-то есть. Розлив в 21 году, в конце. Ну, я думаю, это надолго. У нас там Бейлис есть. Это... Нет, там Бейлис-то вот так. Ладно, потом возьмем. Так, да. Сейчас. Да, на днюху. Мы больно с Олей так не любители побухать. Иногда, когда хочется, вот, приходим, какие-нибудь хорошие напитки берем. Лучше придем, так сказать, свежий розлив возьмем. Вот, Бакарди, огромная бутылка, 2000. Средняя, обычно, стандартно, 1500. Меньше, 1100. Так. Так, дальше. Альмега. 0,7 литров, 2600. Вот такая вот бутылка. Текила.
Джин. Вот. Гордонс 0,7 литров 2000. Вот это... Нет, мы вот это брали еще родителям. Мы вот такой, короче, взяли джин. Но у меня папа так не открыл, наверное. 670 рублей. Прикольная штука. Вот такую, да, водку брали. Офигенно смотрится. Водка Мамонт. 0,7 литров. 1400. Красота, да? Как круто так смотрится. Аж это прям из одной бутылки выпить охота даже только. Такая матовая, классная. О, крутяк. А вон, смотри, черный Мамонт. 1200. Во, вообще, блин. Может, одну возьмем? Смотри, она еще это... Красного цвета какая-то. Мамонт Блуд Биттер. Пол литра, получается 40 градусов. 1200 рублей. Смотрится. А вот, смотри, светленькая есть. Вообще крутяк. Вот такие, прикиньте, вот две бутылочки поставите на стол. Для гостей. Это же вообще красота. Вон какие еще бутылки есть. Да, тут, конечно... Сейчас его папа спрошу. Вот русский стандарт. Стандартная водяра 0,7 литров 759 рублей. А? Милана спрашивает, беседки с девочками можно посидеть? Можно. Возьми, иди. Абсолют. Ну и есть простые водки даже. Вот Хорце 340 рублей, Талка 340 рублей, какая-то кедровая 340 рублей. В принципе, все. Red Label 0,7 литров 1800 рублей. Dior's 1600. Балантинс 1600 рублей 0,5 литров. Сейчас посмотрим этот масло, сахар, крупы. Вот мы такие вот штуки берем. Нам тимьян не надо, Оль? Что знакомо такое? 270. Вот эти штуки тоже дешевле, что ли, стали? Мы ж по 500 их взяли, да? А, это чили, он подешевле. А вот красный, он как раз вон по 500 он, с чем-то. А, нет, да. Не-не, вон. Да, 600 даже. Да, упаковка. Приправа для глинтвейна 500 рублей. Наверное. Так, давайте посмотрим. А? Дрожжей не было, кстати, вообще. Вот это что? Нет, это не то. Вот они, 19 рублей, Оль. Вот. Где? Вот это убери коробку, да, убери ее. Вот. Вот они. Есть что-нибудь? Да. Возьмем? 11 грамм на 1 килограмм муки. У нас нету? Заканчивают. Вот они, 19 рублей. Мы пришли, короче, здесь все разобрали вообще подчистую. Ничего не было. Посмотри, да. А сейчас опять вот все дрожжи на месте. Все продукты на месте. Так, масло. Тоже все, в принципе, на месте. Тут тоже разбирали прям. Серьезно так разобрали. А сейчас все на месте. Я вот такое масло взял. Короче, дорогое масло, все оно есть. Нету дешевого масла в таком большом количестве. Но, в принципе, даже есть. Сейчас посмотрю. 179 рублей. Альтера 0,81
литр. Слобода 1 литр 190 рублей. Вот. Слобода. Да, есть. Все завалили вон. Тут вроде все разобрали, опять все появилось. Какое-то подсолнечное масло Бунге Про. Вот такого я ни разу здесь не видел. Какой-то новый, что ли. 133 рубля. Вот. Универсально литровое. Тоже есть все. Кишминская 124 рубля. Затея 131 рубль. В принципе, масло все на месте, Оль. Льняное. Там, где это было. И сахар, ребята, целая куча. Бери, не хочу этого сахара. Не знаю, что там народ паниковал. Сумасшедший сахар. 99 рублей, если 5 штук берете. Вот, пожалуйста. Такой есть сахар, такой есть сахар по 100 рублей. Есть получше сахар. Мы вот такой брали. Услада называется. Вот. 1 килограмм. 125 рублей. Вот. Так, а производство это у нас Россия, Пензенская область, Каменка. Вот. Килограмм сахара, услада. Вот это хороший сахар. 125 рублей. Вон, бери, не хочу. А я вот такой вот сахар еще покупал. Офигенный. Тростниковый. Стоит 320 рублей упаковка. Соли целая куча. Ну, подороже стал.